Благотворительный фонд русской медной компании был создан в 2005 году. За 14 лет адресную помощь на лечение на сумму почти 600 миллионов рублей получили 2600 детей. Фонд РМК закупает медицинское оборудование для больниц, помогает в строительстве и ремонте школ, детских садов, физкультурно-оздоровительных комплексов, храмов и церквей. Развивает проекты в сфере спорта, культуры и искусства. Но одно из лично значимых направлений деятельности фонда – поддержка педагогической науки и образования. В 2008 году была основана Русская классическая школа. Это образовательная система, воссоздающая и сохраняющая традиции фундаментального отечественного образования. Переизданы, адаптированные к современным реалиям книги основоположника русской педагогики Константина Дмитриевича Ушинского. Учебники по арифметике «Пчелка» и «Поляка». Возвращена в школу алгебра и геометрия Киселева. Разработан авторский курс по словесности, наглядной геометрии, истории. Эти книги делают обучение понятным и радостным для ребенка, позволяют давать системные и глубокие знания по всем школьным предметам. По образовательной системе «Русская классическая школа» преподают в 50 городах России, от Калининграда до Владивостока. Множество родителей выбирают эту программу для семейного обучения своих детей не только в России, но и в русском мире за рубежом. В Германии, Швеции, Чехии, Англии, Белоруссии, Украине, США, Казахстане, Турции, Латвии, на Кипре. Образовательная система «Русская классическая школа» опирается на российский национальный код. Развивает у детей целостное мировоззрение, основанное на традиционных культурных ценностях исторической России. Ориентируется на духовность и патриотизм. Базируется на нравственных и семейных ценностях России. Задает жизнеутверждающий вектор развития ребенка. На протяжении многих лет учебники и методические пособия распространялись по всей стране безвозмездно. Сейчас книги продолжают бесплатно получать образовательные учреждения Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Екатеринбурга, Рязани, Симферополя и десятка других городов. Только за два прошедших года было доставлено более 20 тонн учебных пособий. Многим школам от фонда оказывается финансовая поддержка. Для сохранения и передачи отечественной методической традиции разработчики и эксперты русской классической школы по всей России проводят бесплатные обучающие семинары. За последние два года их посетили почти 3000 человек. От мам и педагогов постоянно поступают просьбы провести обучение и в их городе. Образовательная программа «Русская классическая школа» вызывает интерес и у высших учебных заведений. Руководство Всероссийского университета юстиции выбрало для гимназий при ВУЗе именно систему «Русская классическая школа». Планируется сотрудничество и с Московским педагогическим университетом. На конференциях, встречах, общественных советах и заседаниях по вопросам образования все чаще затрагивают тему «Русской классической школы». Педагоги, методисты, директора школ и депутаты хотят знать больше об этой программе. За 11 лет русская классическая школа превратилась в народный проект, объединяя родительское и педагогическое сообщество. В 2017 году был создан сайт и группа в социальной сети ВКонтакте. Ее подписчиками уже стали более 35 тысяч человек. И это число растет с каждым днем.